Привет, друзья! В России разработали тяжелый дрон «Камикадзе» и «Талмаз», который является аналогом известных дронов «Камикадзе» «Герань». Новый дрон «Камикадзе» и «Талмаз» будет производить компания «Аэроскан». Она выпускает известные дроны «Камикадзе» и «Ланцет». Новый дрон должен быстро появиться в войсках. Дрон не заменит дроны «Камикадзе» «Герань», а скорее их дополнит, так как это дрон среднего радиуса действия с дальностью полета около 200 км. Дрон построен по схожей с «Геранью» схеме «Летающее крыло». Баражирующий боеприпас оснащен двигателем внутреннего сгорания, а топливо у него заливается в баки, расположенные в крыльях, что является дополнительным поражающим фактором. Технические подробности конструктор компании «Зала Аэро» Александр Захаров не сообщил. Дрон готов к поставкам войска. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.